Добрый день, дорогие друзья! Я вас приветствую на самом лучшем пляже Абхазии, который называется Элдза. Это просто наикрутейшее место. Услышьте, как поют птички. Фантастика! Это действительно пляж, ребята. Это не где-то там мы в лесу находимся, а мы приехали на пляж. И причем этот пляж сейчас вне сезона. Давайте я вам покажу и объясню, почему он самый лучший пляж вообще Черноморского побережья. Хотя отсюда начну, там самое чистое море. Даже сейчас, когда везде грязь, был шторм, реки несут воду с гор, а здесь чистая вода. Машинку я припарковал здесь сбоку. Найти его можно просто в поиске Пицунда Элдза, и вы приедете сюда. Пляж Элдза, правила поведения на пляже. Ну, не мусорьте, будьте людьми, и все будет хорошо. Зона кальянного отдыха. Кстати, курить можно прямо в кафе в Абхазии. Здесь это не запрещено. Это даже культура, как и немного мата в общении. Это тоже своего рода украшательство. Поэтому привыкайте к этому. У нас в России уже это практически все искоренено. Но здесь свой колорит и со своими, как говорится, моментами ходить куда-то, говорится, в чужой монастырь со своим уставом некрасиво. Хорошо, не оставляйте на берегу свои следы в виде мусора. Не ленитесь отнести туда, где взяли, пожалуйста. Вот это прям очень крутое пожелание, потому что только люди создают этот гребаный мусор, который мешает всему. То есть здесь работают торговые ряды, причем они так очень хорошо и гармонично сделаны. С правой стороны есть кафе. Ну, не чувствуешь себя на пляже до того момента, пока не доходишь до моря. Туда дальше можно пройти, там есть детские зоны, вот качелька стоит абсолютно бесплатно. Ну, а пойдем, пройдемся, посмотрим, что здесь еще интересного есть. И посмотрите, какая качелька. Вы такие качаетесь сквозь елочки, там, честно, видно море, оно проглядывается. Туда дальше какой-то детский городок, скамеечки. Кстати, вот деревья были завалены штормом, их уже убрали, там еще какие-то активности. Самое интересное, пожалуйста, ой, слава богу, хоть не бесплатный, я прям этому очень рад. Туалет на берегу моря за 15 рублей. Пожалуйста, это для русалок, с той стороны для мужчин. Но я думаю, что сейчас при желании можно воспользоваться бесплатно. Сходим в М. Реликты сосновой рощи. Спасибо за понимание. Туалет платный. Смотри, извиняются, Ярослав. Покажи обязательно. Если бы тут еще вода потекла, я бы, конечно, просто офигел. Нет, слава богу, нет. Ну, обычный туалет, писсуар. Все, пользуйтесь. И туда дальше, там еще выходы на пляж. Кстати, вот смотрите, все под видеонаблюдением, за всем присматривают. Души, пожалуйста, надо искупаться. Вот он есть, но за душ вообще денег не просят. Я сейчас иду с надеждой, что вода потечет. Я объясню, нет, воды пока нету, но я думаю, в дальнейшем это дадут. Давайте вернемся туда в начало, куда мы шли вообще. Просто работающий питьевой фонтанчик. Ну просто круче не придумаешь. Сейчас вот в комментарии, в трансляции задали вопрос, сколько идти до моря. Вот там пляж, мы просто пошли немножко в сторону, показать красоту. Здесь есть еще кафе. И здравствуй, морешка. Мы пришли уже к тебе. Долго еще идти. Это меня прям честно порадовало. Ну, я же завораживает дух. Пожалуйста, вам переодевалочка. Надо есть море. Надо есть. Право, там Пицунский заповедник, пожалуйста, есть. И здесь ты приходишь, тебя обнимают солнечные лучи. В лесу, знаете, такая прохлада прям царит, прям, ух, а здесь, жара. И вот такая вот красота, друзья мои. Плывут, правда, немножко бревнышки, но самое главное, именно чистота воды. Сейчас вы ее увидите и поймете. То, о чем я тут говорил. Смотрите. То есть везде бушует шторм, везде мутное море, а здесь вот, ну, немножко палочка. А вода-то чистая. Вот такая красота, друзья мои. И солнышко лучистое. Это тот самый пляж Элдза. Испытаем на себе. Глубиной. Здесь вода вот так уходит. И все.
кайфы, а на море белый песок. Вышел, да? Я их обдал аж. Юра, как кит, вышел на берег. Я обдал Ярика водичкой. Вот такая вот красота, друзья дорогие. Так что не забывайте, подписывайтесь на канал, подписывайтесь ВКонтакте на нашу группу Юрия Заровский, на Рутубе Юрия Заровский, в Яндекс.Дзене буду благодарен Юрия Заровский. И мы будем с вами делиться путешествиями по нашему Черноморскому побережью и по нашей России. Я надеюсь, что вам это нравится и приятно узнавать новые места. Здесь же просто великолепная красота. Искренне от души из Абхазии. С вами был я. Путешествуйте, дорогие друзья.